Овод. Личинки оводов являются внутренними паразитами млекопитающих. К сожалению, опасные личинки также живут под кожей человека и вызывают ужасные последствия. Человеческий овод летает в основном в Центральной и Южной Америке. Известное заражение паразитом вызывает серьезные изменения в тканях кожи. Молодая самка мухи откладывает яйца в кожу млекопитающих. Личинки проникают через кожу и живут в подкожных зонах кожи человека более 60 дней. Пациенты чувствовали движение личинок под кожей. Как только развитие личинок завершается, они выходят из организма.